Дом культуры «Буревестник» не перестает удивлять. Сегодня здесь игровая программа по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Тема выбрана не случайно. Отмечается день рождения великого классика. А встречала гостей праздника директор Дома культуры Неля Абзялова. В образе Лета Красного она задорными загадками проверяла детей на знания произведений поэта. Кто, скажите, на раз-третий вдруг случайно попался в сети? По мере того, как ребята называли правильные ответы, на сцене появлялись герои любимых сказок Пушкина. Они раздали мелки и объявили о начале конкурса на лучший рисунок. Сегодня мы рисуем на асфальте, и, в общем, у нас праздник в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А что вы рисуете на асфальте? Мы рисуем рисунки по теме сказок. Гости из сказок помогали детям справиться с заданием. Скажи, пожалуйста, а что ты рисуешь? Колобка. Я голодный просто, хочу съесть. Мы рисуем золотую рыбку, а он пока избушку, а еще богатыря. Расскажи, пожалуйста, что ты рисуешь, из какой сказки? Я рисую сказки о царе Салтане, царицу Лебедь. Увлеклись творческим процессом и взрослые. Вместе с ребятами они участвовали в конкурсах, водили хоровод и танцевали. Неоспоримо очень полезно для детей познавать так культуру русского языка, культуру нашей страны и возрождать нашу литературу русскую, великую, могучую. В последнее время все чаще используется нестандартная подача материала. Формат игры понятен и интересен детям, позволяет быстрее усвоить информацию. Сегодня ребяткам мы показали всех персонажей, от хороших и добрых. Я думаю, что сегодня получили массу удовольствий. И все сказки сегодня были нарисованы на нашем замечательном асфальте. Действительно, вся площадка у Дома культуры запестрила яркими детскими рисунками, привлекая внимание прохожих и поднимая настроение. Вот такой получился необычный, познавательный и очень веселый праздник. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Видное ТВ.